Доброе утро, и сегодня у нас будет влог. На самом деле, мне кажется, сегодня у меня просто все утро пошло не по плану, потому что через полчаса мне нужно выходить, а я еще не позавтракала и не собралась. Просто какой-то хард-режим, нужно все успеть везде. Сегодня будет довольно-таки трудно со всем справиться. Сейчас у меня последнее время довольно-таки частая апатия, она присутствует, мне кажется, просто каждый день. Хотя я все-таки начала подготовку к экзаменам, это, конечно, меня просто не может не радовать. Вот, правда, конечно, это не особо тот темп, который я хотела, но тоже довольно-таки неплохо. Так что пока меня более все чем устраивает. Конечно, с сентября уже это будет более глобальный режим. Пока у нас так все получается. Так что сейчас погнали с вами собираться. У нас будет довольно-таки интересная программа маршрута. Я еще не знаю, где мы будем кушать, потому что, мне кажется, у нас просто все прогулки связаны над тем, чтобы покушать где-то. Сегодня у нас была прогулка полностью по паркам. Сначала мы были в Мариинском парке, и сейчас мы в парке Шевченко. Очень красиво и очень красивые фотки. Вот как я сейчас в целом убралась в шкафу. Честно, я очень даже довольна. Меня, в принципе, все устраивает. Единственное, что у меня в этом отсеке, можно так сказать, не сильно много вещей, потому что сейчас у меня довольно-таки много кофт, в которых могут повытягиваться плечи из-за вешалок. Как раз-таки они у меня все лежат на полочках. Все же такие, которые не повытягиваются уж точно. И мне очень нравится эта полочка. Вот прям безумно. Во-первых, здесь лежат все джинсы, которые у меня есть. Это безумно удобно. И видно сразу, которые мне нужны и так далее. И там мои куртки, если честно, более чем довольна, потому что хотя бы здесь нет пыли. Помните, в начале видео я говорила, что сейчас у меня максимально ленивые дни, у меня апатия, и я ничего не хочу делать. Так вот, сейчас я, мне кажется, более-менее поборола это все. Хотя, опять же, где-то неделю назад у меня было такое состояние, и мне абсолютно ничего не хотелось делать. Но сейчас из-за того, что у меня появилось много дел, мне пришлось как-то из этого состояния выходить. И мне кажется, что главное, что мне помогло, это такая вот прям генеральная уборка комнаты, чтобы там разобрать все шкафы, разобрать туалетный столик, что-то повыкидывать, переставить все и так далее. И я вот для себя поняла, что энергия порождает энергию. Серьезно. У вас будет апатия до того момента, пока вы не начнете сами что-то делать, сами как-то придумывать себе какое-то занятие, чем заняться и так далее. И это будет происходить постоянно, пока, опять же, вы не начнете заниматься каким-то делом. Сегодня, если честно, я безумно довольна своей продуктивностью. Несмотря на то, что ночь была очень трудная, потому что у нас было слышно просто ужасные взрывы. Меня как-то мутит весь день. Но, тем не менее, я все равно как-то что-то поделала. Я убралась в туалетном столике. Я сняла еще одно видео. Сегодня я просто весь день делаю домашку с английского. И, если честно, это хоть и трудно, но добавляет мне вот просто огромную мотивацию, скажем. Хотя, опять же, на это сейчас у меня уходит очень много времени, но я очень довольна. 7:30 вечера у меня сегодня будет урок, опять же. И поэтому я хочу доделать до этого времени все дела, потом погулять с собакой и уже принимать душ и делать свои водные процедуры, скажем. Потому что, опять же, сейчас для меня мой уход за кожей — это просто самое важное, что может быть. Опять же, очень-очень переживаю, чтобы все было хорошо с этим. Вот сейчас как все обустроено в моем туалетном столике. Если честно, мне просто безумно нравится. Именно в этих ящиках хранилось все, что у меня есть вообще в комнате. И нужно оно мне, не нужно, оно лежало здесь. Так что здесь сейчас та косметика, которой я пользуюсь. Кстати, прошлое видео было именно за обзор моего туалетного столика. Так что можете зайти посмотреть все более подробно, что мне больше всего нравится, какие мои фавориты в косметике и так далее. Так что вот такая вот красота у нас. Так, уже где-то 9:30, у меня закончился урок где-то минут 20 назад, но я еще доделывала задание. Если честно, я безумно устала просто, я понимаю, какая это сильная работа, что нужно делать куча-куча всего и так далее, так что сейчас я просто пойду в душ. Вот так вот у нас все получается, очень тяжелая работа. Thank you.
Еще мне пришла посылка с Answer, я уже начала готовиться к осени, так что давайте распаковывать, и сейчас вам все покажу. Такая вот красота мне пришла. Это куртка от Tommy Hilfiger. Что, вот такая вот у меня жизнь, если честно. В целом, не могу сказать, что я прям сильно довольна этим летом, потому что остается все-таки месяц, и я как-то не особо все это хотела сделать, как было в начале лета, и какие планы у меня были в начале лета, это не все реализовалось. Кажется, самое главное, что я научилась делать, это более-менее научилась распределять свое время. Как раз-таки вы знаете, что для меня это было прям, ну, безумно важной задачей, и наконец-то я более-менее с этим справилась. Мне кажется, в этом деле совершенство просто нет предела, что нужно дальше это все практиковать. Сейчас у нас собирается гроза, и в целом, опять же, я очень довольна, что хотя бы начала подготовку ко всем экзаменам. Мне кажется, что сейчас, сентября особенно, у меня все видео будут на эту тему. Самое главное, не зря ли все это вообще. Вот, так что пока у нас так все получается. Если честно, мне кажется, что вот пару дней я была продуктивная, а потом опять где-то неделю или полторы я буду лежать просто в кровати, ничего не делать абсолютно, и сидеть в ТикТоке. В этом видео мне хочется вспомнить The Remark, конечно, моего любимого просто. Сейчас я читаю реально мало, потому что то у меня настроения нет читать, то я вообще ничего не хочу делать, то у меня сильно много дел и просто не хватает времени. Один из таких самых комфортных для меня авторов. Все, что здесь происходит, мне очень по душе. Про концовку мы говорить не будем. Слишком грустно, и все. Мы за это говорить не будем. Вообще, как бы вся атмосфера книги для меня просто, ну, очень классная. Вот и все. Все, что я могу сказать за нее. И в целом, я помню, когда я начинала читать «Триумфальную арку», со мной было то же самое. Опять же, я «Триумфальную арку» не дочитала, потому что у меня тогда был довольно-таки тяжелый период в школе. Именно из-за того, что было много домашки, много сдач разных и так далее. Так что нужно было больше времени уделять учебе. Из-за этого я не дочитала ее. Но я планирую, опять же, ее начинать читать. И я просто помню эту безумную атмосферу для себя. Мне кажется, все книги Ремарка — это идеальный вариант читать именно осенью. Вот я не знаю чего. Вообще осень — это мое любимое время года. Это безумно приятно, что вы все эти дни, все это время провели вместе со мной и досмотрели это видео до конца. Ну, на этом было все. Всех безумно люблю. Пока-пока!